Запустил. Ага. Ой-ой-ой, у меня легкие маленько за этого лезть. Ого. Ну, отлично. Ого. Прям здесь. Они заблокировали. Да-да-да-да-да, вижу. Воу! Ой-ой-ой, гранаты. Минус один. А мы легли вдвоем. Эй, ты что делаешь? Расслабься. Орешков захотел. Ну, я, у меня гранаты сдох. Ну, как вы поняли, точная инфа – это залог успеха. Вот только не всегда понятно, чьего именно успеха – вашего или ваших противников. Друзья, всем привет! Сегодня у нас пойдет речь о самых наикрутейших зарубах в игре, которые происходят на выходах. Многие уже забыли основной смысл игры, который заключается в выполнении контракта и получении награды за токены с боссов. Каким образом игроки будут выполнять эту задачу, это личное дело каждого. Но если кто-то опередил вас и вышел с наградой, а вы остались ни с чем, это не они ссыкуны, это вы слоупоки. Ну, хочу у вас один номер по базе пробить, только мы ужасно торопимся. Говорите. 2-9. Номер. Конечно, бывают и такие моменты, когда игроки пользуются наиболее удачным респауном в непосредственной близости к боссу и точкам эвакуации и успевают выйти из катки еще до прихода других игроков. Но это бывает на самом деле очень нечасто. Коля Орешников, бас. А, у басистов никогда не бывает бат. Неправда. Я его девушка, меня зовут Ася, и я играю на скрипке. А, хуясе! Да и как бы если получится не встретить по пути команды других охотников, то при желании всегда можно успеть добежать от края до края карты. Короче, чтобы вы правильно меня понимали, я ни в коем разе не разделяю любви к игрокам, которые при любой удобной возможности сразу же пытаются бежать на выход сломя голову. Надо бежать, надо бежать, отец, надо бежать, надо бежать, бежать, бежать! Но трезво оцениваю ситуацию и понимаю, что это игра, и правила этой игры таковы, что никто не обязан вам приносить награду ради ПВП или потому, что у него очко не жмет. Если вы не успели, это сугубо ваши половые трудности. Поезд ушел. Она не одна. Она сказала, моя пиписька больше твоей. В большинстве случаев, если не ссать и не тупить, поймать игроков на выходе или перехватить по дороге к нему не составляет особых проблем. А вот в таких ситуациях уже и начинается самое интересное ПВП без права на ошибку. Самые жесткие эмоциональные зарубы происходят именно на выходах. Вот за этим бугром. Да ёпарус, это начинается, да. Почему, блядь? Мухи почему не отлетали от меня? Нейма, вот здесь сидит Кент. Еще одна. Минус. Хорош. Там снайперюга какая-то. Помогай Диме первый вот этого забирать, блядь, ладно. Все уже. Дал. Минус. Через воду сидит. Вижу. Время идет. А, да? Да. Дала. Хорош. Отойдите, ребят, отойдите, сейчас выход будет. Отойдите, ребят, сейчас выход будет. Да я бегаю, бегаю. У меня 50 хп. Забегаю. Минус.
Если вы действительно хотите забрать награду у других охотников, то забывайте про все это нытье, типа «фу, смотри, они сразу на выход побежали», или типа «почему дистанция для блокировки выхода такая маленькая, давайте ее увеличим». Я против увеличения. Ну или может время эвакуации вас не устраивает, и его нужно увеличить минуты так на две? А, знаю, блин, вам не хватает перка а-ля змея, чтобы заблокировать этот выход на расстоянии 25 метров, или может 125. Запомните самое главное правило. На выходе почти всегда нужно рисковать и действовать. Если вы хотите аккуратно играть от кустов или на дистанции, то не обижайтесь на то, что останетесь в итоге ни с чем, потому что не успели. Куда это ром вечно исчезает? Чтобы не упустить игроков с наградой, как минимум необходимо всегда уметь пользоваться мини-картой, чтобы отслеживать любые передвижения токенов. Всегда держим в голове места эвакуации для того, чтобы в случае необходимости вовремя успеть перекрыть пути к ним. И все может пойти по пизде, вот так вот. Четко информируем тиммейтов, быстро и грамотно действуем. Также очень важно уметь расставлять правильные приоритеты в PvP, если схлестнулись сразу три и более команд вблизи от выхода. Когда заруба происходит более чем с двумя командами сразу, вынести награду или забрать ее становится чертовски сложно. Но попытаться это сделать уж точно стоит, друзья. Димас, у нас в этом здании деревенщина, он бегает постоянно то вверх, то ворота пикает. Все, давай, вот его и надо ебнуть. Здесь ворота, главное, закрыли только что. Марьян, вон он. Не хочешь направо перебазироваться? Да. Деревенщина передо мной. Готов. Умничка, хороший. Сейчас вылечусь. Еще один на деревенщине. Готов. Еще один там вроде бы. Поднял, поднял. Минус два. Это 3 кило на ровном месте. Еще могут быть. Слева. В белый дом бегут. Тушить своего, это ихний третий был в белом домике. Если перехватить награды по пути или подготовиться к обороне на выходе заранее у вас не получилось, то могу вас поздравить, вы в полной жопе. Но это, конечно, с учетом того, что вам в игре нужны не фраги со сраным КДА, а победы вашей команды в целом. Так-то, конечно, вы можете и подовольствоваться тем, что сделали, например, минус две команды, а главную награду упустили, потому что лохи убежали с ней на выход. Да-да, можете и дальше себя утешать, но лохами-то по факту остались именно вы. А вон два Федика идут. Придурок, это мы. Поэтому, если вам нужна победа, то придется действовать очень стремительно и грамотно. Сразу определяйте того, кто будет максимально быстро сближаться, чтобы успеть заблокировать выход. Ты не пройдешь! Также определяйте того, кто будет пытаться сделать точный дальний выстрел в убегающих, чтобы сделать минус или хоть немного задержать их. Не забывайте использовать все доступные вам расходники и инструменты. Флешки, гранаты, коктейли Молотова, удушающие и прочую хурму. Что-то я не помню, что говорил тебе взять с собой муху. Ты сказал пистолет и что-нибудь потяжелее. Я имел в виду автомат. Это у вас в Эфиопии, если потяжелее, сразу миномет берут. Я русский. Русский он. Надеюсь, гранаты не взял. Точная инфа, грамотные действия и стальные яйца всегда помогут вам успешно забрать награду или не менее успешно эвакуироваться с ней. Ой, вторая убежала. Ты ее завидела. Пиздец. Пойдем толстых лутать и бежим. Пытаться их оставить. Надеюсь, у толстых что-то есть. Надеюсь, не подняли. Потому что у меня только апперкот. Заряженный, больше ничего. Есть большой патрон? Так. А, есть. Есть, да. Вот еще патрон, Диман. Класс. Блять, я ничего не могу залутать, блять. А хуй знает. Они на выход побежали, Марин. Я поняла,
Я перебегаю и стреляю. Чё зовут она, Димас? На воде! Да сука! Косой уёбок я, блядь. Дал одному. Ну, я её не вижу. Давай. Что её за у меня? Сближаюсь. Патронов нету, я сближаюсь по максимуму. Я заблокировал. Димас, сейчас. О, сердце сейчас выскочит нахрен. Все, меня сняли. Да ёза, прям на мне была. Я понял. Больше нет никого, думаешь? У меня патронов нету. Орёт, лошадь. Лево, Димас, ты... Болечится. Мощенько заеби. Фу. Ёбаный урод. Запомните, не рисковать при битвах на выходе не получится. Если вы пытаетесь убежать, то шансов, конечно, у вас будет больше, чем у догоняющих, которым придется очень серьезно попотеть, чтобы все-таки вас остановить. Но и с той, и с другой стороны необходимо будет действовать четко, быстро и желательно тактикульно всей командой. Война херня, главные маневры. Понимать все эти моменты с блокировкой выхода, с тем, что после начала отсчета игроки могут разбежаться на любые расстояния. После минуса игрока в зоне выхода эвакуация также блокируется. Необходимо всегда понимать, когда нужно рвать жопу, чтобы успеть, и когда уже успели и можно действовать более грамотно и сейвово. Куда это вы так спешите? Блиц, скорость без границ? Ник. Ну и как бы там ни получилось в итоге, проиграете вы или же победите. В одном я точно уверен. После подобных заруб вы еще долго будете лежать в кровати перед сном и прогонять все эти чумовые моменты у себя в голове. Уснуть сразу точно не получится. Сэр? А у меня на этом все. Обязательно оставляйте комментарии, как вы предпочитаете, рискнуть всем ради победы или остаться в живых, но без основной награды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и обязательно прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Играйте в хорошие игры. Всем добра. Нет никого. Есть, ты чё? Слева есть, я уже там есть, увидел. И там. Потом увидел, не было, вот только подошли. Ну давайте запускаем таймер и там будем отбиваться. Давай. И в домике обороняемся. Дали мне уже, сейчас могут. Прячься. Справа обходит. Мне тоже дали. Ну давай выходим, разъебываем. Правых разъебываем. Они слева, один сзади уже в домике, на выходе прям. Левого надо разъебывать, он один. Давайте. Вот он тут прям близко. За забором вот тут прям. Прям где метка такой где-то. Задился. Я сказал, где метка прям. Да я понял, я в окошко хотел убить его. А, вышли! Я, по-моему, убил одного. Красавчик. Димас, как обычно. Димас, как обычно. Спасибо за бой, ребят, спасибо за бой. Ультанул. На самом деле, самые лютые зарубы в этой игре именно происходят на выходе. Ультанул.